Новая элегантность. Тема 5-го юбилейного ЛФВ озадачила поклонников модного события. А еще привычная лонг в аббревиатуре сменилась на ЛАЗ. Почему модные выходные будут последними и что ожидать от показа, мы узнали на стильном пресс-завтраке. В этом году заявленная тематика – это у нас новая элегантность, и, конечно же, мы ее заявляем и в дресс-код. И когда мы отсматривали заявки дизайнеров, мы отбирали все-таки, конечно же, для того, чтобы соответствовать заявленной тематике. Но при этом мы, конечно же, покажем вам парочку противоречивых коллекций. На смену бунту – интеллектуальность, андеграунду – буржуазность. Смена формата отразилась и на билетах, они в этот раз в виде суперобложки на книге, и на площадке, который станет зал органной музыки «Родина». Я как-то услышала мнение наших зрителей, которые сказали, мы не понимаем, мы боимся органной музыки, нам кажется, что органист играет свою органную музыку, и он наказывает нас за какие-то грехи. Вот это мнение жителей некоторых, которые меня просто удивило и поразило. Поэтому мне хочется, чтобы люди поняли, что органный зал открыт для всех, что музыка органная, она не страшная, она доступная, она понятная, она элегантная. Поэтому я считаю, что наш проект Long Fashion Weekend, он даст понять зрителям, что мы хотим видеть всех, и наш органный зал, он несет только радость и красоту. Смелая идея обратиться к элегантности, пока в мире правит гордкор и лизбен мода, определенно потребует от фешионистов проницательной креативности. Мне вообще всегда все приходится по душе. Все, что предлагает ваше мероприятие, я всегда очень жду. Для меня это на самом деле единственное достойное мероприятие. Я очень расстроена, что его не будет, оказывается, весной следующего года. Но, значит, надо оторваться в этом году. В стиле я обожаю элегантность, потому что элегантность, она всегда подчеркивает саму личность. То есть она не выходит, мода не выходит за грань, собственно сказать, образа. Это совершенно противоположная стилистика предыдущего, long fashion. И это в этом весь смак. Я, конечно, буду одевать много своих клиентов, они мне уже начали писать заранее, Аня, какой дресс-код, нам нужно уже готовиться. Но главное, что советую всем, нужно понять и определить для себя, что такое элегантность именно для вас. Для каждого она разная. И внести туда какую-то другую совсем стилистику и субкультуру. К примеру, это может быть какое-то вечернее платье с очень красивыми кроссовками. Красивыми и современными кроссовками. Или какой-то жакет-пиджак надет нетривиальным способом. Один из трендов, например, сезона – это застежка на бок, застежка на плече. Вы можете тоже этим пользоваться трендом. Это тот случай, когда он будет уместным. Приставка «Last» в названии осеннего показа не заявляет о конце этой модной истории, а лишь о перерыве на год. Кстати, за билетами на нынешний уже стоит поторопиться. Площадка этого года вместит лишь половину от обычного количества гостей.